пригласил в гости, надругался и сжег тело. Изверг предстанет перед судом за убийство подростка. 27-летний житель Карталов обвиняется в изнасиловании и убийстве 14-летнего мальчика. Следствие установило, что в апреле этого года пьяный, ранее судимый обвиняемый, пригласил в свой дом незнакомого подростка. Мальчик страдал психическим заболеванием, поэтому поверил дяде и пошел с ним. А тот надругался над ребенком, а затем убил и сжег тело. На преступление удалось раскрыть, и теперь мужчина предстанет перед судом.